Всем привет! Если вы предпочитаете отдыхать на природе вдвоем и получать максимум удовольствия не только от видов, но и от еды, то внимание на экран. Минималистичный набор посуды для двоих от компании FireMaple. First Heart Exchanger Alu. В данный набор входят три элемента. Котелок, чайник и сковорода. И давайте про каждый элемент расскажем поподробнее. Котелок объемом в 1,5 литра позволяет без проблем приготовить пищу на двух человек. Выполненный из анодированного алюминия, он имеет габариты в сложном виде всего 175 на 168 и на 122 мм, что делает его крайне компактным. Удобная складная рукоятка без проблем справляется с нагрузкой даже в тех случаях, когда он заполнен едой под завязку. Стопорный механизм не дает рукоятке складываться в неподходящий момент. В комплекте с котелком присутствует крышка, которая имеет отверстие для отвода пара и удобную ручку с теплоизоляцией. Кстати, котелок, как и чайник, имеют радиаторную систему, снижающую расход газа вследствие лучшей эффективности. Так что данная посуда позволяет еще и экономить ресурсы. Что касается чайника, то его объем составляет 0,8 литра, чего вполне хватит для долгих чаепитий на природе. Надежная фиксация рукоятки с теплоизолирующим материалом и плотно закрывающаяся крышка с удобной рукояткой делают его крайне удобным и практичным. Ну и, конечно, сковорода с надежной и прочной рукояткой с блокирующим элементом. Тефлоновое покрытие надежно защищает еду от пригорания, а рифленая поверхность обеспечивает правильный прогрев продукта, оставляя на нем аппетитный рисунок. Эти три элемента туристического быта позволят вам комфортно готовить самые разнообразные блюда. И главное, вес комплекта всего 764 грамма, что крайне мало, особенно учитывая эффективность данной посуды. На этом у нас все. Отдыхайте чаще на природе, наслаждайтесь не только видами, но и едой. И до встречи в нашем магазине на Сайкино 4.